И все как водород, выпустили новые кейсы Keep Calm, мы естественно их откроем, откроем их все, они ограничены, 8 штук. Посмотрим, что там падает. Ребят, с вас лайк и еще один лайк. Чем больше лайков, тем больше, ребят, открытий кейсов. Спасибо огромное. Погнали. Давайте первый откроем. Окей, открываем. Красная футболка Keep Calm and Hide. Окей, погнали дальше. Открываем. Keep Calm Бойха. Белая, белая футболка. Серьезно. Типа, просто такие надписи будут. Ничего, там, полосочку не будет. Keep Calm and. Nice, футболка. Давайте дальше откроем. Откроем все футболки. Да, такая себе тоже футболка. Вот это вот неплохая, кстати. У меня, кстати, по-моему, дома даже одна такая есть, ребят. Да, реально такая есть, вроде. Типа Keep Calm and Survival. Я делал ее, когда у меня была игра DayZ. Я играл очень много в DayZ. Неплохо. Погнали дальше. Белая футболка. Ну, белая мне не очень нравится, ребят. Вот красная неплохо выглядит. Ну, то же самое, что мы видели, только в красном цвете. И последняя. Ребят, просто обычные футболки. Я не думаю, что стоит их покупать, ребят. Кейсы такие все бесполезные. Как бы ваш выбор, покупать или нет. Вы видели, что я выбил. Давайте посмотрим на это. В магазине. Ой, в магазине. В гардеробе. И где они? Погнали. Free Fire. Ну то, что надпись Free Fire есть, хотя бы это радует. Я буду на красном примере показывать, ребят. На красной футболке. Хотя можно все показать. Такое себе, ребят. Мне лично не очень нравится. Но почему бы нет? Наверное, я поиграю один день там. С красным. Keep Calm and Survival. Survival. Вообще, вот в этой я футболке вообще не понимаю, в чем фишка. Ну вот, в общем, они вот так вот выглядят, ребят. Всем спасибо, кто меня смотрел. Спасибо, что поставили лайки, ребят. Всем ква. Следующее открытие кейсов обязательно будет скоро. Бабай.